Анонс 9-10 серии сериала «Метод Михайлова». В 9 серии Саша ведет слежку за Тараном. На того нападают двое незнакомцев, но Саша помогает ему отбиться. Логинов устраивает собрание по поводу смерти Лобанова, на котором делает выговор Николаевой за то, что пациент отказался от сотрудничества с центром трансплантологии. В больнице приходит сын Лобанова Вадим, чтобы разобраться в случившемся с отцом. Он уверен, что у того изъяли органы. В дом Михайловых пробирается Ян, он открывает газовые конфорки и уходит. Михайлов оперирует парня Рому с переломом ноги. Во время операции в больнице отключается электричество. 10 серии. Из-за скачка напряжения выходит из строя аппарат эндоскопа. Вернувшись домой, Максим чувствует запах газа, он закрывает конфорки и обнаруживает след от ботинка на окне. Вадим Лобанов открывает стрельбу в больнице, требуя главврача. Он стреляет в Дергуна, убивает медсестру и берет в заложники Зинакову, Павлова, Михайлова и Вику. Максим пытается с ним договориться. К операции подключается спецназ. Вадима убивают. Макс разговаривает с уволенным из органов братом. Он уверен, что все происшествия в больнице не случайны. Посмотреть очередные серии вы сможете 1 октября.